Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в ноябре. Ноябрь окажется плодотворным в сфере финансов для представителей трех знаков зодиака. Телец. Тельцы – ярчайшие представители стихии Земли. Эти люди часто следуют за своими мечтами и увлечениями, при этом обладают усидчивостью и дисциплинированностью, которая помогает им достигать целей. Такие качества позволят тельцам улучшить свой достаток и в конце ноября. Удача будет на их стороне. Им предложат надбавку к зарплате, выгодную подработку, а некоторым даже повезет в лотерее. Близнецы. У близнецов есть много знакомых, которые могут посодействовать в их начинаниях. Представителям этого знака зодиака не хватает внимательности и осмотрительности, поэтому астрологи рекомендуют им чаще наблюдать за обстановкой со стороны. В то же время у близнецов есть бесстрашие, бешеная энергетика и преданность любимому делу, что поможет им открыть новые источники дохода и увеличить поступления от старых в ноябре. Водолей. Денежный поток может накрыть в ноябре и водолеев. Их амбициозность принесет положительные результаты, поэтому они будут с успехом браться за новое и пробовать себя в непривычных сферах. Решительность и настойчивость помогут им улучшить свое материальное положение. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартинника. До встречи в новых видео!